Здравствуйте. Хотел записать короткое видео, как снять ролик захвата на принтере HP LaserJet Ultra M134A. Открываем крышку, достаем все это вместе с тонер-картриджем, со всем взрамом, вот так вот, вот за ручку. И вот где у нас ролик захвата. Достается он элементарно, как и у всех HP-шек и Canon-ов практически. Вот здесь отодвигаем застежку. И вот здесь застежку. Хоп, в сторону. Все, видите, он отошел. Все. И снимаем его. Точно так же он обратно ставится. Вот этими ушками туда вставляете. И, ну, защелкивается до конца там. Вот и все. Чем чистим, ну, вы уже, наверное, знаете. Платон Клена. Специально для резиновых роликов, роликов захвата. Вот даже здесь написано принт, роллер, кленер. Чистка роликов принтера и восстановление. Вот как-то так. Сейчас мы его почистим и установим обратно. Переворачивать его не будем, потому что здесь еще все живое. Просто забилось все бумажной пылью. Так что как-то так. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.